Кочевник мертв. На 8. Хребет боич. Пом, блядь, где эта хуйня? Я найти не могу. Так, продолжаем, блядь, исследовать нахуй звуки, блядь. Чё там, не то? Готовь быструю атаку. А, это я слышал. Человек. Нет, да, на 8. Там что-то гладиаторы, байларк, по-русски вроде. А, все, нашел. Желтый, голубой, оранжевый. А ботов оставлять или их отключать? Розовый. А хуй знает. Убирай, а, блядь. Не знаю, хуй знает. Ларкос. Сейчас Ларкос. Мне здесь нужна помощь. Он отошел попить вроде. Брат, не поможешь немного тут? Атаковать здесь. Оборонять здесь. Создать наземные войска, создать авиацию, сообщи, что из этого выйдет. Ты там как, в порядке? И проваливай. Ну давай, попробуй взять его штурмом. Они штурмуют мою столицу. Нам конец. Почему ха-ха, блин? А, чё нет? Берёшься? Победа моя. Иду. Ларкос. Чё? Ботов надо отключать здесь, нет? Ну, а я что говорю? Считай, я это сделал. Можно так сказать. А им всё мало. Джон Пу. Сабу. Эй, а попробуй-ка это. Победить. Победить, ну и чё ты вызвал? Сука, вот для этой карты, блядь. Какая? Чё ты вызвал, блядь? Штурмовые диски вызвал, блядь. Чё здесь? А так, чё является крупным юнитом, что является средним юнитом? Ну вот крупный, большой юнит, допустим, сфера смерти, правильно? Так, где и древние саламандры и прочее, да? Так. Да. Котловские, да, у нас первые эти? Смешно. Давайте Котловский герой. Я уже Андромалека завязал. Андромалека? Ну ладно, типа... Котловский, либо любой из компаний. Ну, давай возьмем, типа, один большой юнит возьму. Где он, сука? Выбирать, блядь, что хочешь, нахуй. Нам там средний, блядь, один. Не поебать. Блядь, так оно население-то хуёвое, видишь, чё. 34, сука, сфера стоит. Ну, ёбаный в рот. Ну и всё, и башку хотим, нахуй. Что делать-то теперь, ёбаный в рот? У меня изначально была какая-то тактика. Я её придерживался. Но это не точно. Так. Сколько у меня, блядь, сообразить не могу? 6? Ой, хорош. Хули у меня пулитер там, блядь, в группе, блядь. Пулитер? Пулитер. Пулитер. Пиздец, там собака на пир. Что за ад, нахуй? Пенсин, блядь.
максимум нет физик, блядь. Ебать, он охуярит. Бля. Вы что, их убили, что ли, или что? Или что это за хуйня была? Кого? Героев своих. Или мне показалось? Просто. Как они? А как они сдохли? Их убили, блядь. Странно. Смерть. Нахуя ты отвел, блядь? Щит хотя бы юзал? Да. Хорошо. Тут Леонардо не юзает. Он за котлов редко играет. Ну, понятно, сфера смерти имба не контрится. Да почему? Ну, меня хуярил, ебанород, блядь. Все меня хуярят, блядь. Ну, я взял сламандру, это крупный гнид. Классно же. Мне дешевле в 3 раза, чем сфера смерти. Да? О, сука. 75 хп, о, блин. Так. А кого нельзя трогать из Винчи? Джакомо, Доши или Нору? Шиза. Ну самого-то, блядь, нахуй. Постоянно саламандра какая-то. Это с той миссией связано по-любому. Бля, чё за фетиш на ковчеге, блядь? Так хил же.
что-то я туплю, не могу найти, где этот юнит находится. Какой? А, уже не важно. Опять, сука, все стоят, нахуй, один я иду, блядь. Что нахуй? Теперь все решили меня захуярить по приколу. Чё, там что целая хуйня есть. А ты будешь автотачить, блядь, истребитель кончен? А... Он дракона атакует, он не хочет дракон... героя... Идите нахуй. Претензии не к нам, это, блядь. Драка. Все это связь, блядь, пусть. Чё, как, блядь? Ладно, этих тебе эту хуйню снесу. Ты не в ту сторону воюешь, но Туран остался, блядь, не хуёшь. Блять, фиолет, это пиздец. А мне все равно нечем снимать, так что. Так а нахуй ты меня тогда пиздил, блядь? Сначала спрашивают, нахуя я его пью, когда сам застанил мне саламандру и все мои войска перебил. Да я пиздил Туран. Так, блядь, ну тут один Туран остался. Ну, естественно, блядь. Я думал, ты его разберешь, нахуй. Я пока твою на землю еду. Не фартануло, блядь. Ты ж нихуя, он охуевший, что ли? Да, он поджигает, блядь. Смотри, нихуя себе атакую. Я профессионал. Она не умеет автотачить по воздуху. Магия, да? А сам ты можешь типа, атаковать, нет? А, нет, а это бомбардировка. Я просто по этому. Это ты читер, ебаный рот, блядь. Вообще классно, да, придумано. Мы не знали, блядь. Да я сам только что узнал об этом. Хорош вообще, да. Я просто... Найс, блядь. Бля, Ксил же, блядь, ну, пацаны, Ксил. Уёбок. Где мой Пулитор? Хочу Пулитора. А, ну я героем был. Сука. Неоконки. Так. Сука, я еще ни разу не выиграл, блядь. Ах вы мразь.
Называясь, кто более конченый, да? Ебать, да ну ладно. Ебануться вы там намутили. Сейчас моего дракона разъебут. Ты стоишь своей сверкой, блядь. Она вообще ни по одному юниту не попадет, блядь. Ты бы поторопился точнее. Ты пахнет, блядь, не заметишь. Ну да. Что? Блять, меня фокусят. А мои-то умеют на ходу стрелять? Что ты на? Что мы, блядь, забили хуй на зеленого? Нам весь. Блять, я еще не могу свернуть. Подвисла, я сейчас понял. Сука, блядь. Просыпать. Мы поступим, как велит кодекс, да? Так они в залповом огне были, нихуя себе, блядь. Сука. Ебать, калеки нахуй. Да у него тоже хуйня, блядь, дырявая какая-то, дымящаяся. Сдайте, короче. Хорош, блядь. И один такой, смотри, сражается. Он не вывезет там хули хп уже. Ой, блядь. Классно, вовремя отступил. Туран там раскидывал наземные войска. И мне поебать было.
Он съебался, как гнида играет, короче. Все понятно, нахуй. Тактика, тактика. Тактика. Он лысая гнида, блядь, знаете. Ну все, я понял. Пули Тора расчехляют. Я понял, блядь. Ранечка, блядь. Месяца, блядь. На двадцаточку. Давай. Даже не тридцатку. О, блядь. Че, кого еще? Батальоны, давай. О, блядь. Че еще за это? Ты вы че, конченый, блядь? Тут хуй точно, блядь. А чё, в залпом огне меньше, что ли, этих? Популяции или чё? Да не. Просто. Вот чё. А я хуй знает, они какие-то живучие вот эти дожевские солдаты. Пизда просто. Нихуя у вас там, ебать, система ниппель, нахуй. А сейчас против бота. Да? Да. Какой бот? Какой? Где? Ну сейчас против бота будет. А ты не играл ни разу, что ли? Нет. Чего ты? Это на вот этом, блядь, треугольнике, или где? На прямоугольнике. На полоске. На полоске, да? Да. А кто там будет? Ну, Патрик. С двух сторон, да? Когда как? Для троих. Просто мы игроков. Союзники, да? Мы союзники. Заебись. О, мы в одной точке заспорились. Ебать, урод, чё это? Сука. А чё я танчу, блядь? Вы нахуй нападаете? Топчи пехоту ему, блядь. Я уже. О, вот эту гориллу давай разъебем. Горилла погоду портится. Вторая еще. Ну, 6 тонн, конечно. Ты все еще разбираешься. Я не жирный, я ебёшь просто. Ну, горилла не тупые, нахуй. Видишь, стоит как дура, нахуй. Я не можно. Скажи спасибо. Если бы оно еще ходило. Как это сфера смерти. Пультора не было? Да, да, пультора погиб. У меня пультора погиб. Стоять печально. Новый. Мы все с одной стороны появились или нет? Чего да, сама. Да, на троих мы всегда будем вместе появляться. У тебя там стоят истребители. Алло. А, блядь. Ну, похуй, ладно. А чё теперь? Сейчас. Сейчас против друг друга. Ты можешь смотреть, тыкать, типа, если мы в мире или в войне, значит, будет ПВП. Если мы в союзниках, значит, ПВЕ.
дерьмо, блять. Дожили, блять, я не могу найти. Совсем ебанулся. Нихуя ты там понамутил, ебать. Чё это, блядь? Марвана ебаная. Это пижамная вечеринка, ёптвэ. Это разборка пидорская. Да-да-да, как говорится, а мы и не против. Это весело. Так. Ебать, они так ручки складывают. Марван? Не Марван, а ты этот хуй. Пидорас смотрит. Ну, как у ёбки. Ну да. Ой, как... Давай, пиздим его нахуй. А, вот так вот, значит, да? Ебать, ты там Рухов напризывал. Дурак, что ли? Че, меня пиздим? Блять, а кто из них, блять, морит, ебаный рот? А вот. Короче, идите вон так, тут отлично просто. А, че, герой не забинди? Так, детки, охладите свое. Че это за хуйня? А я нашел Марида. Они там еще драконы. Я их не вижу, они слишком высоко, кстати. Это было грустно. Пиздец, как грустно.
И этот механический такой парень стоит, блядь, похуй, развлекается такой, блядь. Наших разъебывают ему похуй. Хорош. А чё, он хилится, когда вы не видите? Да. Ну все, я побежал. Да, Вав топил, нахуй. Видите его? Ебать, он там угнал. Давайте, пацаны, на развороте. Хуякс. Чпу. Да не, не хватит. Блин, наспамили своих драконов. 700 хп. Кого неплохая противовоздушная атака. Сердцеед. Перехватчик. Блять, сердцеедов спамить. У меня там и так Белисария была с сердцеедами. 4 штуки. Ну что, не тех пиздец. Что на моих так нахуя любят. Как этот говорил, блять. В большом куше. Ляг и лежи. Я уверен. А. Я тебя уверяю, вставать тебе не захочется, блин. Сука. Туран. Зато я вам туранов поубивал. У меня не было турана. Кто у тебя? А, у тебя же этот был. Давай я ебту. ПВЕ? Да. Чё бы придумал, блядь? А чё, всё? Бля, лимит. Ого. Кто-нибудь будет брать пули Тора? Да. Стоял. Так где, блядь? Пошёл. Ебать, у нее КД у станы. Вот. Хотел сказать. Найс. Ну, обосрался. Бывает. Я. Я, короче, решил строить очередную команду. Что за? Че, нихуя себе, что ты наделал, ебать, его рот. Бля, ну раз у нас такая тема. Чё, тоже саламандры будешь? Бля, ну у нас такая тема, я нихуя не успел. Я удалил всю пехоту. Ладно, там всего 20 лимит. Там все это, блядь. Там город вместе, ебать его, урод. А. Ставь эти просто саламандрам своим приказ это. Ярить все. Все. Я и так делаю. Ярить все и все. Хоть где мне вообще херово, наверное. Сферу там, у кого сфера была, отправляйте на пехоту. Да, нет. Я уничтожу. А, все, у меня сфера кончилась. Сука, стан какой-то, блядь. Это хуйня, спасибо.
Почти ничего не осталось, кстати. Блин, ну нихуя там серьезные ребята, бля, его. Кого вкусим-то, блядь? Ну, город надо слить, бля, ебана в рот. Давайте в город. Я вас должен слить, пока не сливаю вас. Не знаю, что вы, надо было давно его слить. Ты саламандры пускай вперед, пускай не топчат. Давай сейчас. Или они город разъебывают? Он что-то юзает, петух, он чинится, сука. Ну все, пизда. Чтобы он бордировку сюда отправил. Нам фулл, блядь. Давайте горилла. Ой, не знаю, как у вас, а у меня это. Не того, да. Город, конечно, пизда, блядь. Там, смотри, там идолы, блядь, еще пехота. Нас разъебут. Меня уже выснет. У тебя есть. У тебя нет. Не знаю, да ты, блядь, двадцатку убил, нахуй. Нет, Туран не разъебет город этот, блядь. Так, у него хп не добавляется. Мы вообще-то гори уже в курсе, блядь. А тут хули, конечно, уже все. Все, пизда, проебали. Сука. Большим. Древним просто бомбардировку поставить по лайну. Они же пиздец как далеко атакуют. Лайн? Я просто в атаку их отправил. Типа хуярьте, блядь. Че, на союзники? А, нет. А чё за хуйня? В плане. Зелёный у тебя сколько? Лимита. 300. Слышишь, фиолетовый, ну ты баг нашел, короче. Я один. Больше 150 не набирает. У меня 277. Ну не набирай боль. 277? Да. Ща, блядь. Короче, больше 150 не набирай, потому что мы сейчас вдвоем против него, блядь. А чё так? Это режим такой, он не должен был выпадать. Но он выпал. Сука, вы ебаные крылья, нахуй. Или вы мне тут мешаете? Я на 154. Сто шестьдесят, 150. Давай я одну эту бью. 141. 153. Вот. Все. А где дирижабль? Тут есть, нет? Да, есть. Сколько у тебя? 277? Федор. У меня максимум 277, да. Сейчас хуйня. 227, блядь. Объебался. Блядь, я думаю, что за хуйня, блядь. Я не знаю, что оно выпало, как не должно было. Ну ладно. Интересный режим, конечно. Уярь его. Классный компилятор на самом деле. Че, он так без кубов? Да. Че там, Турана уже нет? Отлично. У меня куча рухов, хуярит. У меня от воздушных войск ничего не осталось.
нас. Че он не поджигает нихуя? Ты прям под них ставь. Ну прям под ним ставь. Не поджигает. Турана поджигает. Надо песчаный дракон выбрать. Нет, надо бомбардировку, чтобы по ним прям было. Типа ты выделяешь их войска, смотрю, где на кружок и подает кружок. Ну, допустим, так. А, все, у меня закончилась войска. Не, нихуя. Бать, спам рухов, короче, решает. Ну, одна воздушка, да, а у меня куча этих присылок. Майс. Ну, естественно. Сиетов наспамил, но они что-то это развалились как-то быстро, мне кажется. Как хуйня, конечно. Герой неудачный, думаю, короче. Я ему всю пехоту как минимум вырезал. Пули Тора, блядь, 3G прокнул гранату свою. И по драконам, и по герою, поэтому. А чё, а всё, что? Я хуй снялся. Что она забаговалась, ну? Ну, бэкспейс нет. Че, убить их? Да. Оно, по идее, не должно было вот это делать сейчас. Потому что у нас, видишь, по 223, а у него должно быть в два раза больше. По пределу 300. Угу. О, против бота играет. Надо будет посмотреть, что собака. Я не знаю, 2 минуты. 5 города вместе будет. Надо город сразу зафокусить, он сильно очень разъебывает. Попробуйте собраться в точку, там дам этот баф на скорость. Угу. Минус 30% урона. Нормально будет. Нормально тело. Он снимает, оно снимает или что? Он кто? Видишь, там какой-то. Они также игнорируют ограничивающие движения и не ослабевающие эффекты. Типа, ничего них... вроде не снимает. Не снимает. Ой, блядь. О, блядь. Даю баф, короче. Да, прям сейчас. Блядь. Ну, насколько успел. Че, стан дали? Пошли, вон город вместе. Все в город вместе. Красный. С той стороны нету. Где город вместе есть, там нету. Нахуя, в город вместе фокусим. В город еще даю этот. Вот такую хуйню. Так, где мои рухи? Ну, типа я пытаюсь расконтролить немножко другую сторону.
Рухи я в другую сторону направлю, к тебе там, к сфере к этой. Че, город разъебем? Разъебали, заебись. У меня куча войск. Все, остается давить их как-то. Я не понимаю, где они умирают и от чего они умирают. Я тут смотри, сколько пехоты, вот они умирают. Давай точно. А сферы разъем было. Сферы разъебем, пехоту потом разъебем. Три руха осталось всего. А пехоты там пизда. Вон идолами дави эту залупу всю. Идолами и саламандры пускай, потому что они раздавят их нормально. Они сейчас разъебут просто. Стороны. Я просто Да. И саламандры пускай, и идолов вот этих вот своих тоже. Они заебись раздавят. Блять, я забыл про свою парню, блять. Бля, один рух остался. Остальные песчаники. Пойду разъебу здесь снизу идолов. Это блин. С одной стороны пути отбить. Все там ты напризывал нормально. Блять, заебись карта на самом деле. Прикольно так играть, да? То этот, то комп включается, то чё, блять. Еще бы если чередовался как-то комп, допустим, Винчевский, там, допустим, Левиафаны, бля, ёбана в рот. Да, не заебись карта, нормально. Ну да, так-то. Джунгли типа, да? Mm-hmm. Бренные. Руха ни одного не осталось, всех рухов разъебали. Каким-то чудом, блять, отбились, если честно. Там еще какой-то пидорас в стенке застрял. Сверху и снизу. Я наверх пошел уже. Ебучий случай, да, в натуре. Просто за... в голову. Но он не застрял, еще... он просто засал. Блин. Ребята, а, они... а у меня не все хотят его автотатичить. Че, он баганулся? Чешо, блин. Лавин войск. Где он? Хочет. Все, уничтожим. Заебись. Сейчас опять против БТ. Угу. Опять против БТ? Да. Сейчас Белисари пускай берут тогда, также стан давать. О, я героя убил. Классно. Завязай еще раз там, пока забаган. Так а у меня книжки нету. Зато там я есть герои, по... которые могут без книжки призываться. Посмотри. Которых ты уже призывал. Нет. Не-не. Даже даклы книжку стоит. А каких ты юзал героев? Только даклы я юзал. А, ну понятно. Печально. Бафа не будет, блин, это хуёво, да. Какой баф? Да этого ебучего. А я могу пер... А, нет, не могу. Где этот, блядь?
Ой, блядь, не знаю, как вы, я тут решил поэкспериментировать насчет машиноснабжения. Она вроде как урон повышает. Ну, она просто, да, снабжение будет. О, черт. Так, где город? Нет. Нету города. Сфера в сне застряла. Гориллу разъем бы наземную хуйню. Ну и сразу топтательную хуйню своего нейдола. Сразу вперед пускайте. Вот этих синих пускай сразу вниз прям до упора. Я до их нейдолов. Ну, у кого как карта повернута. Вот слух, ну, кто там? Бля, хуй, слона хуя. Так, чё, угорил? Угорил уже сейчас почти снес. Вот Иллы пускай топчат, вот заебись. Все, пехоты нету, считай, ну и все. А чей голем стоит, взрослый? Ой, просто... Голема пехота, ну пехоты уже нет почти. Там голем этих куча, да. Ну и да, вообще сверху разъебу. Ай, блядь, это моё. Че, мне Турана разъебали, что ли? Чё, не пойму, блядь. Че, давайте снизу зачистим наверх. Смотри, как красиво, блядь. Рухи сейчас полетят, смотри, просто ебать. На, нахуй. Сука, они унылые, блядь. Такие неуклюжие, сука. На, нахуй, ебаный в рот. Ну и там застрявшие есть. А ковчеги мои обоссанные стояли там все время. Да? Ебать. Но. Да и дамажили. Недавно стояли. Типа когда мы снизу слили. Ага. Ну похуй, типа мои ковчеги были, но все равно не стакается. Ебать. Это, по-моему, последний раунд. А ты откуда знаешь? Я делал эту карту. Че, мы кого-то там не разъебали? О, нихуя, сфера. Либо еще одна. Рано, дерзко. Наверное, еще одна. Да. ПВП-шка. Последний. О, пи-пи-пи-пи. Где мой Туран, сука? Герои слабенькие, конечно. Разъел все быстро. Да, блять. Нихуя себе ты там настроил, ебать.
А у вас у всех по 300 эта хуйня, да, лимит? Да. Ну да, максималка же. А нахуя тебе осадный цепелин, он же, блядь, для зданий? Сколько он интересно населения? Плохо бьет. За лупа он бьет ее. Ты видел, как, ну, механику атаки? Он стреляет, там выстрел, блядь. Я не знаю, сколько там времени осталось. Ну ты посмотри как-нибудь просто. Он, ну, слабо ее бьет. Видишь? Он в красную точку смотрит, блядь. Почему меня-то все хуёво, блядь, заебали, блядь. Не знаю, вы по-моему, меня все загрелись. Ты вообще слишком фиг. А я что-то не понимаю, мы что, союзники? А мы с ним союзники, слышишь, ты получается один против нас. Да? А, да, я только сейчас увидел эту хуйню. А вот почему я не могу зеленых убить, блять. Ну, блядь, я их понял. Выделяю, воздушные войска. Я тоже тыкаю на фиолетовую, думаю, что за хуйня, ебаный в рот. Все, пизда, нахуй. Ну я вас нормально хуярил, блядь, просто как бог. Смотри, мем. Блять, не успел. Я победил. Хорош. А что это значит, победа? Что я победил? Это же заебись, да, типа? Значит, ты больше всего раундов выиграл. Заебись, нихуя, красавчик. Ебаное все. Графики, не, конечно, поражай. Пиздец. Ресурс. А что смотреть-то, блядь? Вот. Красный, но это этот. Вот, очки. Очки, хуй знает. Ну победа так победа, заебись.